когда сближает не только экономика. Символы духовного единения сойдутся в одной точке, объединяя народы. Таково архитектурное решение уникального памятника на стыке трех государств – Беларуси, России и Украины. Специалисты представили эскиз обновленного монумента «Три сестры». Напомним, в этом месте зародился фестиваль братских народов «Славянское единство». Впервые он прошел в конце 60-х. Форум был популярен и ежегодно принимал тысячи гостей. Но после того, как у России и Украины появились разногласия, в прежнем формате его больше не проводят. К тому же в последние годы символ дружбы заметно обветшал. Реконструкция – инициатива главы государства. По новому проекту к памятнику будут вести яркие дорожки в национальных цветах государств. Были рассмотрены в институте на совете несколько вариантов. И, в принципе, ну, мы все славянские народы. Массивы у нас похожи, орнаменты. Ну, выбран этот вариант и, в принципе, всеми согласован. Было больно наблюдать, как он постепенно разрушается, приходит в негодность. Я считаю, что это принято очень важное решение и правильное. Сама конструкция, к слову, в отличном состоянии, в капитальном ремонте не нуждается. Стелы с изображением гербов, связанные большим кольцом, только покрасят. Прилегающую территорию благоустроят, вокруг появятся новые подъездные пути и зеленые зоны. Завершатся работы ориентировочно к 9 мая.